Всем привет, с вами Прия. На удивление, нужно немножко и посетить Battle for Azeroth версию Варкрафта, лишь только для того, чтобы вскрыть сундучки. Хочу вновь проверить свою недельную удачу, и, быть может, мне повезет и упадет что-то классное, но вот только смысл с этого, если я все равно собираюсь на классике сейчас поиграть довольно большое время. На воина, я не знаю, тринкет хочу какой-нибудь хороший, наверное. Поясок прокнутый? Нет, не прокнутый. Статы, ну, может быть, неплохие, я подумаю об этом, сохраню его, хорошо. Идем дальше на ДК. На ДК что я хочу? Да пушечку какую-нибудь хочу на твинков, наверное, лутануть. Почему бы и нет? Двуручка хороший прирост даст к дэмэджу, да и вообще неплохо зайдет. Запястье на ДК, прекрасно, плюс 25 этим левелов. Ключик упал. Девятый, ну, если вдруг я решусь, то на этой неделе я закрою какой-нибудь там ключик 10 и найду, думаю, рандом группу. Для меня это не составляет никогда каких-либо проблем. А может, и не буду даже искать какую-либо заранее собранную группу для закрытия ключика. Посмотрим. Посмотрим на самом-то деле. Двуручка на монаха, и все. И до следующей недели. Нет, колечко 440-е. У меня есть такое же 430-е. Оно было у меня ранее надето. Ну, возможно, это апгрейд. Оставлю его, окей. Это точно дизну. Тогда лучше вот так переложу, чтобы потом не запутаться. Через 20 лет, когда зайду на БФА, чтобы помнить, что это кольцо нужно, а это нет. Вот такое вот недельное вскрытие сундуков. На текущий момент какой-либо контент на ютубе будет чуточку поменьше, больше времени уделяется все-таки в стримы. То есть получается в среду, во вторник был марафон при старте классики 24-часовой, а вчера просто был стрим 17, по-моему, часовой или 18, так что ссылочки абсолютно все в описании. Заходите, пообщаемся, обсудим какие-либо насущные проблемы Варкрафта на текущий момент. Ну или же не только проблемы. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого!